Классики, тетрис, кассетные плееры. Для целого поколения эти слова напрямую связаны с детством. Погрузиться в атмосферу легкости и беззаботности химчане смогли на встрече игры нашего детства. Наши современные дети, к сожалению, перегружены и общим, и дополнительным образованием. Когда мы в свое время учились в школе, очень много времени проводили на улице, да, играя в различные игры. И мы сегодня с вами вспомним самые яркие из этих игр. Вспомнили подвижные игры и настольные: лапта, казаки-разбойники, крестики-нолики, морской бой, игры с веревочкой. Участники поделились самыми яркими воспоминаниями из детства. Делали коробочку спичечную, туда спичку, нитку. Это был у нас телефон. С сотовым мы разговаривали. В финале послушали популярные в 90-е песни. С удовольствием угадывали знакомые мелодии. Даже предложили идею новой встречи. Может быть, вот какую-то встречу, а вот на детских песнях что-то сделать. Детские, пионерские песни. Все равно это для души будет очень хорошо. Встречи по интересам проводят часто. Посетить их можете и вы. Полная афиша, как с пользой провести время в Химках, на сайте администрации. Алена Беляева, Ксения Брагина, Николай Забродин. Служба новостей.